Всем привет из по-прежнему холодной зимней Канады. Продолжаем нашу шопинг-терапию. Давайте посмотрим, что интересного мы найдем сегодня в магазине Marshalls. Нет, Winners. Сегодня я пошла в Winners, но это не важно. Класс какой, смотрите, какие красивые платья. Между прочим, платье Fendi. Ай-яй-яй, сколько же оно стоит? 1799, 1800 долларов, представляете? Ну как джинсовочка такая, интересно, да? Ой, какие тут красоты! Вот это что-то такое интересное. Много летнего, много брендового. Серый, ну это ничего такого. Брендового. Так, Gucci, меня нас тут удивляют, за 900 долларов блузочка. Вот такая. Gucci, 900 долларов. Офигеть, да? Мятая тряпка, ну что я вам скажу? Еще Gucci, 800 долларов тоже. Миленькая блузочка. С ума можно сойти от этих цен. Просто можно сойти с ума. А это что-то у нас Сальваторе Феррагамо за 500. Ну и что? Обычная рубашка. Такая немножко прозрачная. Похоже на заровский. Так, это куртка. 300. Он дешевый. Аэро джинс. Косуха с цветочком. По-моему, это уже не модно, но никак. Кожаная красная юбка Gucci, девочки. Ой, держите меня. 2999. 3000 долларов. Наверное, настоящая кожа. Если кому-то надо, размер 42. Если кому-то надо, я вам напишу, где это. Если кто-то хочет за 3000 красную кожаную юбку от Gucci. Welcome to Oakville. Девочки из Канады, которые... Приезжайте. Какая страшная, пристрашная кофта, но она Versace. Представляете? 300 долларов. Страшная кофта от Versace. Боже, какая страшная, правда. Валентина. Джинсовая юбчонка. Такая. Миленькая. 1000 баксов. За что? За что? О, маленький размер 29. Жалко, мне не налезет. Цены, конечно. Опупеть можно. Так, это тоже какие-то феррагамы тут. Сейчас. Нет, не феррагамы. Давайте посмотрим, что это. Что-то за 100 баксов. Dixie. Чувствую, Dixie — это дешевая компания. Что-то они здесь висят за 100 долларов. Versace. Versace, Versace. Голубая, мятая. 150 баксов всего лишь, представляете? Правильно я вижу? 150 долларов. Versace. За одну вешалку можно столько денег взять. Да, настоящая Versace. Рукава такие. Интересно. Часики Gucci тоже есть, видите, какие? А, по-моему, 500 долларов они стоят. Вот эти не знаю сколько. Это больше мужские, правда? Gucci-Gucci. И вот эти Gucci-ки. Вот эти су. Девочки, это детские вещи. Gucci, посмотрите, какое очарование. Боже мой, какая прелесть. Это все вышивка, переливается. Ой, какая красота. Сколько
сколько оно стоит? $900. Боже мой. Ну, посмотрите, как красиво. Ой, как красиво. У меня есть... Платье Гуччи плюхнуло на пол. Платье детское. У меня есть племянница. Не племянница, а девочка, дочка моей племянницы. Я, конечно, это 440. Никто, конечно, не будет такое покупать, но это так красиво. Посмотрите, какая красота. Боже мой. Все-таки замечательно, бесподобно красиво. И еще одно платье Гуччи детское за 700. Офигеть. Смотрите, какой хороший закос под Гуччи. Прямо очень похоже, правда? $100. Это бренд, не знаю, что за бренд. Кожаные, сделанные в Италии, правильно? Я правильно вижу, да. Ну, прямо очень похоже, правильно? Красивая такая фурнитура. Если бы еще сделали бы зеленое с красным, вообще было бы точно лучше. Еще хотела вам показать, смотрите, какие интересные. $300. Я не понимаю, что это за бренд. Шарлот Олимпия. Красивенькие, да? Ну, опять Феррагамо навезли нам. Валентины вот такие. За 1000. Ого. А вот без каблука такая же Валентина. Видите, без каблука за 900. Ну да, make sense. Сумок никаких нет брендовых интересных. Тоже все такое неинтересное. Всякий Michael Kors, Longchamp, вот этот бренд за 600, маленькая сумочка. Вот их много всегда. Yes, это вообще не считается у нас за что-то интересное. Вот это Longchamp за 699. Ну вот сейчас они в основном только вот такие сумки. И это у нас Dolce & Gabbana за 499. Хорошая, кстати, сумка. Такая во все случаи жизни. Ну, блин, $3500, девочки, да? Вот какая-то красивая белая. Но я не пойму ее бренд. Что-то итальянское. Стоит $170. Симпатичная сумочка, наверное, кожаная. Что-то такое интересное с брошкой. Смотрите, какое платье интересное. Не пойму, что за бренд. $119. Ну, дешево. По сравнению с Гуччи, конечно. Боже, как это ребенок так кричит. Вот за что я не люблю вот так вот снимать. Приходишь снимать, тут дети орут как резаны. Много летних платьев. Ну ладно, давайте что-нибудь померим. Ну что, продолжим нашу шопинг-терапию. Надо мне уже красить волосы. Я смотрю, у меня такие седые, много седых корней. Так, у нас холодно, девочки, у нас холодно, поэтому я по-прежнему в зимнем. Ну, не то чтобы там в пуховике, но, в общем, пальто, теплый свитер на мне. И вот такая вот юбка яркая, но теплая, без такой пальтовой ткани, поэтому холодно, у нас по-прежнему холодно. Принесла много всяких платьюшек, в общем, будем сейчас примерять. Очень странненькая платьице, размер медиум еле влезла, стоит $200, какой-то бренд, никогда не слышала. Потом сниму этикетку, покажу, что за название, может быть, вы знаете. Вот такое интересное, вы знаете, мы ведь любим интересные странненькие платья. Значит, сверху это такой, прям такой, знаете, трикотажный, такой синтетика. А здесь вроде как хлопок, лен, в общем, здесь это все так интересно пришито, необычно. Ну, вы знаете, я должна отдать должное ему, что оно необычное, интересное такое и... своеобразное, конечно, все вот это вот, но такое. На $200, знаете, мне кажется, можно купить. А вот я хотела взять вот это платье Fendi померить, которое там я вам показывала, но оно второй размер, я, конечно, в него не влезу, даже не стала пытаться и нести его в примерочную. Сколько он там стоило, дофига. Так, первое платье. Видите, написано, что оно сделано в Италии, а название вот такое вот. Save the Queen. Никогда не слышала, девочки. Вот такое оно дорогое. $200, представляете? Никогда не слышала такой бренд, но, наверное, дорогой итальянский.
Второе платье симпатичное, но мне маловато. Прямо мягко говоря. Это размер medium, large не было, я бы взяла, но не было. У меня там сзади замок не совсем сошелся, и у него такая голая спина. Ой, вот видите, вываливаются мои жирные бока из него вываливаются и не застегивается на мне. Но вообще платье симпатичное. Стоит оно $69, то есть 70. Здесь узко мне оно. А, красивая расцветочка, такая кармашки, рукавчик хорошенький. И это бренд Silver Moon, или как-то так, я потом сниму, не помню. Ну, этот бренд я знаю, он мне известен. Ну, конечно, симпотная платьишко, но маленькая совсем. Пардон, оно называется Moon River. Я решила, назвала его Silver Moon, Moon River, Medium. $69. Видите, как оно сзади сделано. Здесь пуговички и голая спина. Слушайте, магазин полный примерочных, пустых. И вот обязательно кто-то должен зайти в соседнюю и там разговор разговаривать. Но не важно. Будем надеяться, что никто нам не будет мешать. Тоже очень интересное платье того же бренда Moon River, которое было предыдущее. Значит, оно такое на один рукав. Видите? Стою, значит, такая снимаю и понимаю, что что-то не то. И понимаю, что я его одела за мной наперед. Вот теперь нормально, потому что вот этот рукав был с этой стороны, он был какой-то перекособоченный весь. Короче, на одну сторону, видите, рукав здесь ничего. И вот здесь вот где-то на талии, вот тут, оно тоже так разрезано. Ну, в общем, все очень сложное, такие неровные, не одинаковые воланы, красивая такая расцветочка в клеточку, тоже $69 стоит. Вот это красивое платье. Интересно, единственное, что вот это, конечно, мне это не нужно. Но если вот так вот носить, то, в принципе, не видно совершенно, что здесь разрез. Так, и вот это вот красиво. Видите, какой рукав? Красивое платье. Интересная расцветка такая под этот, под бувитон, клеточки. Прям очень роскошное платье, на которое я наступаю, потому что оно прям в пол. Но оно такое красивое. Посмотрите, как здесь сделаны пуговички. Очень красивая ткань. Плечики вот здесь вот вставлены. Да? $200 оно стоит. Ой, какой-то бренд тоже, я не знаю какой, но оно все на пуговицах донизу. Вот так вот три воланчика здесь. Очень красивая ткань. Ну, очень красивое платье. Прям очень. Прям мне так нравится. Ну, $200 я, конечно... Я вообще ничего не собираюсь покупать. Я так, ради развлечения себя и вас. Красиво. Видите, это medium. Rococo Scent. Что за бренды? Это же $200. Что за название? Что за компания? Первый раз слышу. Сколько есть всяких компаний, девочки, которые строят из себя каких-то очень люксовых, дорогих, потому что $200 – это сток, стоковый магазин. Здесь как бы все дешево. Но ткань красивая такая, правда? И вот здесь плечики такие сделаны. Вот там вшита подкладочка. Интересно, какой состав? За что такие деньги? Сейчас посмотрю. 100% район. Верх и подкладка. Сделано в Индии. За что $200? Не знаю. Красивое платье, но, слушайте, красная цена ему долларов, ну, 30-40. Ну, посмотрите, какие швы какие-то. Что-то... Ну, индийское, да. Это платье Desigual. Вот это я знаю, Desigual. Они еще так себе сейчас стали писать задом наперед название. Дурацкое. Мне так понравилась его расцветка. Я подумала, надо померить. Ничего интересного. Здесь такой зеленый, терракотовый цвет, очень красивый. Потом здесь как-то по-другому это пришито, оборка. Но оно... Так, сзади совсем. В общем, $30 оно стоит ужасно. Совершенно какой-то фу, совсем. Какой-то, не знаю. Дешевое. Дешевое барахло. Desigual. Короче, стоит оно $30. Extra large размер. И здесь написано внутри, сзади, на спине. Loving yourself is the greatest revolution. Что означает любить себя — это самая большая революция. Что сие означает? Ну, такое, надписи с претензией на какие-то, на какую-то оригинальность. Платье с претензией на оригинальность, на самом деле какое-то барахло. Ткань такая странная. Нет. Не нравится нам. Платье Виолетта. Ну, вы знаете, Виолетта — это манго, только большие размеры.
Вот, кстати, помните, когда я вам говорила, что у нас в стоках эти магазины, в стоковых магазинах эти косы, манго и зара платья продаются жеванные, как из одного места. Ну вот точно. Вот такое вот оно продается. Его, чтобы отгладить, нужно очень сильно постараться. Значит, оборочка дурацкая какая-то совершенно. Цвет красивый, 100% хлопок. Почему я его принесла? Потому что это 100% не хлопок, а лен. 100% лен, и стоит оно всего лишь $20. Ну, вот это все вот здесь надо, конечно, отгладить, привести в порядок. Мне не нравятся эти оборки. Это размер смол, но это смол виолеты. Это виолета, как бы это большие размеры. Видите, оно небольшое, конечно. Но даже дело не в этом. Мне не нравятся вот эти вот оборки. Совершенно не нравятся. Какая-то крылышки. Бабочка бяк-бяк-бяк. Крылышки. Ну, такое. Не знаю, неинтересно. Видите, $20, 100% лен. Вот. Виолетта by Mango. 100% лен. И размер смол. Оно большое. Ну, это смол, виолетта смол. Цвет красивый, а вот это вот все, конечно. И короткое оно на какую-то женщину. Плюс сайз, вот такая вот длина. Не знаю. Так, все, девочки, уходим. Ничего не покупаем. Я, собственно, ничего не собиралась. У меня уже в шкафу вешать некуда, полный шкаф. Я вам только показывала кучу платьюшек, которых я накупила, а тут я, в общем-то, пошла еще раз. Еще платьюшки мерить летние. Ну, хочется так, знаете, ради развлечения. Но на самом деле они такие странненькие. Некоторые были ничего, но в основном какие-то такие странные все платья. Вот. Давайте соберемся с вами в следующий раз в другом магазине и померим что-нибудь еще на лето, такое, чтобы, знаете, более практичное, чем вот эти платья, которые мы сегодня мерили. Все, люблю, целую, всем привет из Канады, пока-пока. С вами была ваша Дита, бай-бай.